Здравствуйте, дорогие мои! Я вас опять приглашаю на древнее гадание на песке. И сегодня мы с вами будем смотреть такой вопрос, что ожидает вас в загаданный период в теме энергии, в теме любви и в теме денег. Что скажет нам мой волшебный песочек, который я привезла из Дагестана? Итак, очищение огнем, песочек уже прошел, благовоние у нас работает, карты выложены для усиления эффекта, и задаем вопрос. Сами сейчас загадывайте период, какой вам удобно, любой. Итак, смотрим, что вас ожидает в ближайшее время, в загаданный вами период, в любви, в энергиях, то есть в наполненности энергии, да, и в финансовых вопросах. Что вас ожидает в ближайшее время, в загаданный вами период, в любви, в наполнениях энергиями и в финансовых вопросах? Теперь давайте смотреть. Здесь у меня сразу вот под указкой прорисовался знак Овна. Дорогие Овны или Овны, как правильно, не знаю. Я сама Овен, и всегда говорю Овен. Дорогие Овны, тут вышли со мной вы на разговор. Наверное, скорее всего, вас будет касаться. Вот Овен, прям рожки, видите, мордочка, два глазика. Так что у нас с Овнами? Что Овны в мечтах? Овны у нас сейчас собираются, кто-то, возможно, собирается в дорогу, кто-то, возможно, выстраивает какие-то планы по поводу предстоящей поездки, но тут, друзья, прям над головой, прям дорога. Далее, разговор о любви. Прям смотрите, какие большие губки вырисовываются, да, это у нас аркан влюбленные, нам тут добавляют страстей. Теперь уже смотрим всех, да, вот про Овнов сначала сказала, про Овнов песочек мне выдал информацию, что кто-то собирается в дорогу, и дорога, конечно же, это будет успешно. Единственное, что тут хочется сказать по песочку, если вы собрались в дорогу, проверьте наличие документов, проверьте наличие, все ли вы взяли с собой, потому что здесь у кого-то я вижу возврат, знаете, вот как отъехали какой-то период времени, что-то вспомнили и вернулись. Вот этого быть не должно, потому что далее дорога расширяется, будет она счастливой и благополучной, цели вы своей достигнете. Цель, кстати, просматривается здесь у нас, клевер будет у вас успешно достигнута, поэтому постарайтесь не возвращаться. Если вернулись, обязательно посмотрите в зеркало, скажите себе, я начинаю все заново, да, я отменяю какие-то проблемы. Давайте дальше будем крутить по часовой стрелке. Так, смотрите, здесь опять у меня просматривается глаз, разговор о том, что кто-то не перестает за вами подсматривать. Причем глаз такой красивый, миндалевидный, и это глаз, вот прям радужку даже видно. И это глаз такой крупный. Ну, знаете, вот есть люди с мелкими чертами лица, а есть люди с крупными чертами лица, с крупными чертами лица, да. И вот этот вот глаз подсматривает, по всей вероятности, за вами, присматривает. Давайте смотреть, кому этот глаз. Тут виден старец, взрослый мужчина. Может быть, это чей-то отец, может быть, дедушка, а может быть, просто с вами на разговор вышел род. Вот прям старец стоит. Вот, и вот он за вами присматривает, по всей вероятности, желает вам благополучия в приобретении хороших энергий, любви и денег.
Смотрите, здесь вырисовывается несколько монеток. Это разговор о том, что кого-то ожидает прибыль. Прибыль небольшая, сразу говорю, оговорюсь, прибыль небольшая, но та сумма, которая придет очень вовремя, та сумма, которая вот именно нужна на что-то именно сейчас. А давайте смотреть дальше. Что у нас здесь дальше? Вижу, знаете, вот такой знак, как вот, знаете, показывают, типа победа, да, как я вот так показывают, вот, да, вот так показала козу, вот так показывают победа, вот она просматривается, то есть кто-то тут будет ликовать, а кто-то будет, может, кто-то пойдет на хоккей, на футбол, да, и любимая команда выиграет, и может, кто-то выиграет по победе какую-то сумму денег, поэтому не бойтесь рисковать, можете немножко вложиться, попробовать выиграть в лотерею. А далее я вижу, просматривается след ноги взрослого человека, и этот человек о чем-то глубоко переживает. О чем переживает этот человек? По всей вероятности о том, что он бы хотел за вами пойти, да, хотел бы за вами пойти, вот прям след-след. Вы знаете, чаще всего это такое желание, когда след показывается, прийти, да, то есть есть у какого-то человека желание к вам прийти, именно прийти, а не приехать. С чем связано? Хорошо, давайте смотреть. Два человека обнимаются, смотрите. А тут кто-то к вам придет, два. Вот один человек, вот второй, голова, вот туловище, туловище, вот ручки обнимаются, видите? Два человека обнимаются. Возможно, кого-то ожидает совершенно нежданная встреча, может быть, я не знаю, может, встреча с одноклассниками, люди, когда давно не виделись, да, и кто-то тут планирует встречу совершенно неожиданно для второго партнера. Партнерство может быть любое, и дружба, и любовная, и финансовая, да. Возможно, два человека, которые вкладывались во что-то здесь вот по победе, будут праздновать, ну, так скажем, отмечать, да, свое успешное дело, то, куда они вложились. Возможно, кого-то ожидает встреча, может, там встреча с одноклассниками или встреча с давно не видевшимся другом, подругой и так далее. Далее, смотрите, прорисовывается у нас двоечка, двоечка, то есть в ближайшие 2 дня, 2 часа, 2 недели, возможно, да, ожидает вот эта вот встреча, да, которая вот здесь вот ранее. То есть это вопрос, когда, дорогие мои, тут даже и загадывать ничего не надо. Далее, смотрите. По поводу энергии. Энергии будут очень активные, очень активные, очень глубокие. Но дело в том, что эти энергии могут лечь на вас, поддерживайте в норме свой эмоциональный фон. Эти энергии могут лечь на вас очень тяжелым грузом, могут вас просто, знаете, Луна сейчас убывающая, вот я делаю гадания. И вот здесь, кстати, Луна просматривается, Луна убывающая. И вы знаете, что-то сходит на нет вот по этой линии, видите, заканчивается линия. Сначала широкая, потом уже, уже. Что-то уходит от вас, уходит что-то глубокое, то, что вас очень сильно волновало. У кого-то проиграется, может быть, даже, знаете, здесь не разрыв, здесь уходит что-то плохое, то, что действительно вас, потому что, а еще раз говорю, Луна убывающая, на убывающей Луне, как правило, часто отваливается то, что ненужное, болезни, конкуренты, да, если хотите, там злые языки, какие-то недоброжелатели. Так, давайте дальше смотреть. Тут прорисовывается человек, который вам хочет что-то донести, какую-то информацию, хочет вам что-то сказать, хочет вам что-то сказать.
Вы знаете, по поводу, я пока не вижу, не скажу, что по поводу любви, а именно по поводу какого-то дела, с которым вы связаны. По всей вероятности, сейчас туз пентаклей проигрывается, и я всем желаю, чтобы это дело у вас обязательно было выигрышным. Да, под каким-то делом проводится черта. Вот мы тут уже говорили, что кто-то будет праздновать победу. Далее будет встреча совершенно неожиданная для одного из партнеров, где будет обсуждаться момент каких-то дел, каких-то путей, каких-то дорог, каких-то совместных проектов, которые необходимо разобрать и разъяснить. А вы знаете, тут вот как ни крути, но вот просматриваются воздушные шарики. Либо вы получаете подарок в виде воздушных шариков, да, вот очень много. Я, например, люблю воздушные шарики дарить в виде всяких форм сердечек, да, просматриваются несколько воздушных шариков, вот прям ниточка, которые будут подарены с любовью. Но также это, знаете, легкость какой-то ситуации, в которой вы станете участником, опять-таки, по теме любви и по теме денег. То есть, если вы ожидаете какую-то ситуацию, в которой вам надлежит стать участником, это дело пройдет для вас легко. Может быть, у кого-то тяжелый разговор, как вы думаете, будет, да, по поводу, может быть, выяснения отношений, по поводу каких-то разборок, то все закончится гораздо быстрее, гораздо легче для вас, нежели вы предполагаете. Так, давайте еще посмотрим. Я вижу тут у кого-то начинается очень глубокая проработка семейных связей. Это вот по карте Туз Кубков. Кто-то наполняется энергиями именно через свой род. Кто-то хочет обращаться, либо будет что-то решать, может быть, на семейном совете, может быть, обращаться уже, ну, я всегда говорю, практикуйте обращение к родственникам, которые уже в мире ином, для того, чтобы что-то попросить в мире этом для себя. Не надо этого бояться, не надо этого стесняться. Просить это не значит клянчить. Просить для себя здоровья, денег, любви у своего рода это всегда очень и очень хорошо. Знаете, я вижу, что у кого-то есть задумки, у кого-то есть какие-то планы по поводу вот зарабатывания денег, по поводу, может быть, даже занятия спортом. Тут просматривается, если только проигрывается препятствия в виде каких-то несерьезных помех, ну, знаете, это может быть либо собственная нехватка времени, либо нежелание глубоко вникать в тот вопрос, который сначала вас интересовал, потом быстрое остывание произойдет. Если говорить о любви, тут будет много поцелуев. Опять вот губы прорисовались, опять они тут вернулись, да, будет много поцелуев, будет много улыбок в загаданный вами период, будет много, знаете, даже смеха и радости. Тут даже показывают, знаете, такие морщинки добра, которые на щечках образуются, вот прям вот я их вижу, как морщинки, ямочки счастья, как и говорят, когда ямочки харизмы, когда люди искренне улыбаются. Когда искренняя улыбка, уголки рта поднимаются вверх, и человек, хочет или не хочет, он транслирует в мир, что он счастлив, что он доволен тем, что у него происходит. Ребят, цифра 4 в виде 4, знаете, кубиков выпала. Вы знаете, как сторона кубиков, вот игральные кости кидают, и на ней выпадает цифра 4. Если у кого-то что-то связано с этой цифрой 4, это будет благополучная связь, и, ну, также может проиграться и
4 дня, 4 недели, 4 месяца. Если вы что-то в этот период, вот на эту цифру загадали, может быть, у кого-то свидание 4 числа, да, а может, у кого-то число судьбы 4, да, когда все цифры, даты рождения складываются. Может, у кого-то планы на какое-то 4 или 14 число, потому что здесь вот еще сверху черточка, может как единица просматриваться. Это будет благополучно, это будет радостно. Знаете, тут даже я вижу подарки цветов, а цветы, тюльпаны или гвоздики. Кто-то получит в подарок, кто любит, получайте. Тюльпаны или гвоздики. Вы знаете, как ни странно, выпадает масть карточная бубей, четверка бубей. Это у нас бубей, это у нас деньги все-таки, да. То есть опять-таки мы возвращаемся к числу 4, а что-то связанное с четверкой будет связано с деньгами для вас. Вот, поэтому стоит приурочить, может быть, кто-то покупку какую-то серьезную, да, к цифре 4. Что еще, песочек, ты мне скажешь? Что еще ты мне скажешь? Вы знаете, я тут вижу такого, как вам сказать, птицу, которая вот села и, вот знаете, как ангел, и низко спустила крылья. То есть просто сидит и наблюдает. Вот крылья спущенные. Сидит и наблюдает вот эта вот птица с длинной шеей. Вы знаете, это, ой, ребят, это может у кого-то известие о беременности. Это аист. Это за кем-то, кто желает, у кого-то может произойти зачатие в загаданный период. Ой, как здорово. Зачатие желанного, долгожданного ребенка. А либо счастливые новости о том, что кто-то из родственников планирует рожать. И я вам хочу сказать, что это будет девочка. Вот как понесло, да? Смотрите, вот какие новости. Вот как здорово. Да, это будет девочка. Вот женское лицо просматривается. С правильными чертами лица сразу же показали после аистов. Угу. Длинный нос, он будет, тонкие губы. И такое лицо немножко овальное, вытянутое. Очень тонкие, изящные. Знаете, чем-то даже на портрет жены Пушкина похоже. Вот прям просматривается. Вот здесь вот маленькое сердечко. Вот прямо вот оно просматривается. На ладошке. Возможно, кого-то ожидает признание в любви. Я за вас очень рада. Я за вас очень рада. Ну что, друзья мои, тут уже все, и уже начинается информация, начинает повторяться. Я надеюсь, я вам смогла чем-то помочь своим предсказанием. Желаю всем любви, желаю всем подарков, цветов, хороших новостей. Тех, кто ждет зачатия или появления малыша, обязательно этого желаю. Желание признания в любви. Желаю выигрышного дела, выигрыш в лотерею и поддержки вашего рода.